Ну и, кстати, а идея стать самой толстой женщиной в мире – это, наверное, кошмар любой девушки на планете и мечта всей жизни у американки Моники Райли. Ради этого девушка намеренно толстеет. Давайте уже скорее на нее посмотрим. 27-летняя жительница Техаса, как вы думаете, сколько здесь? 310 килограммов, и на них она останавливаться не собирается. Она планирует набрать еще больше, чтобы стать совсем, видимо, неподвижной. Тогда ее возлюбленный, которому, наверное, не позавидуешь, его зовут Сид, он сможет полностью, видимо, окружить Монику заботой. Да-да, ему такая фигура как раз по душе. Впрочем, без Сида жизнь девушки уже невозможна. С таким весом Моника не сможет самостоятельно передвигаться. Для нее и повернуться-то на бок проблема. Ежедневно толстушка поглощает 8000 калорий. Еду в огромных количествах любезно готовит ее парень. Ее ежедневный рацион — это печенье. Записывайте: 6 палок колбасы за присест, чизбургеры, наггетсы, картошка фри. В общем, бесконечный праздник желудка. Список можно продолжать, но нет, я этого делать больше не буду. Но стать неподвижной не единственная цель Моники. Конечно, здесь нужно оговориться. Девушка считает, чем она больше, да, получается, тем сексуальнее. Но этой мечты она, в общем-то, добилась. Посмотрите на лицо, сильное внешнее сходство Моники и порно-актрисы Саши Грей. Если бы не вес, конечно, можно было бы их и за сестер, я думаю, принять. Моника, одна часть твоей мечты, я думаю, осуществилась.